Ну а если ты, дружище, любишь творение Тревора Хендерсона, то успей поставить лайк и подписаться на мой канал за 5 секунд. Ты готов? Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять! Хей, ребята, всем привет! На моем канале с мультиками про монстров Тревора Хендерсона вышла новая анимация «Сравнение размеров гигантов Тревора Хендерсона». Очень прикольно получилась анимация про самых больших монстров Тревора Хендерсона. Обязательно ее посмотрите, ссылочка находится в описании. Ё-моё, смотрите, ребята, что это такое летит, а? Такое большое. Дарк, что это? А это авиационная акула, ребята. Смотрите, ребят, да, похоже на какую-то огромную акулу. А это же, ребят, новый монстр Тревора Хендерсона. Aircraft Shark, или же авиационная акула, либо же акула-самолет. Вот такая, ребят, гигантская новенькая постройка от Дарка в Бриквиксе. Хей, ребята, всем привет, с вами снова я, Слайкмастер Дарк. И у нас сегодня будет... авиационная акула, акула-самолет в игрушке под названием Бриквик. Сегодня мы, ребята, повыживаем, посмотрим, на что она способна и что это вообще такое, и с чем это едят. Всем хаюшки! Короче, да, ребятки, смотрите, гигантская новенькая акула. Надеюсь, ребята, авиационная акула, акула-самолет в скором времени в Гаррис-моде появится. Было бы, ребят, круто. Но пока что мы, ребят, только имеем в Бриквиксе. Пишите, друзья, в комментариях, чтобы еще Дарку построить в Бриквиксе. Какого еще монстра или титана Тревора Хендерсона. Вот, ребята, акула появилась, перед этим были три хэт, были еще всевозможные качки, мультяшный кот, качок, сиреноголовый качок и многие-многие другие. Пишите, да, друзья, в комментариях, чтобы еще Дарку построить. Поддержите также, друзья, меня и Дарка лайками. Вот такая, ребят, топовая реально построечка, Дарк очень-очень долго старался, чтобы она круто получилась. Также, друзья, поддержите это все дело лайкосиками. И мы, друзья, прямо сейчас же начинаем. Ну и, ребят, так скажем, предшественником нашей акулы-самолета... Еще, ребят, целых больше, чем 2 года назад у нас была акула Мегалодон. Вот такой, ребят, гигантский Мегалодон, Леголодон из Бриквикса. Да, ребят, Лего Мегалодон. Вы помните, у нас, ребят, была и эволюция его, была также еще царь-версия, была бог даже, ребят, да, божественная версия Мегалодона. В принципе, ребят, с этой акулы все и начиналось. Я помню, прям эта акула появилась, и, ребят, пошли все эволюции. Вот, давайте вспомним все-таки, ребят. У нас сегодня что? Акула-самолет? А это очень даже похожая акула. Ну что, Дарк? 5 секунд форы. Ну хорошо, хорошо. У нас, ребята, кошки-мышки, лего-погони. Раз, я на маленькой машинке, два, Дарк на огромном монстре. Три, поехали. 4. А, еда, 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 еда. Поехали, поехали. Тихо, тихо, тихо. Просто, ребят, наша акула-самолет уничтожит и меня, и город буквально, наверное, секунд за 30. Поэтому давайте мы, ребят, немножечко отложим. Вспомним былые времена. Так, 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 сюда давайте. Тихо, тихо. Нифига себе, иди, кстати. Сюда. Дарк, ты что такой быстро, а? А вот. Сюда давайте. А! О-хо-хо, засейвился. Так, ребят, давайте вот сюда. Давайте, знаете что, все-таки мы на маленькой машинке. Давайте будем мы прятаться. Так, вон вижу Дарка. Так, сюда. Аккуратненько. Будем мы, ребят, прятаться. Давайте вот сюда вот проезжаем. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Я чудо, ребят, сам себя в ловушку же иди загнал. Эй, ну это нечестно. Все, ребят, отличненько. Поехали. Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Иди сюда. Не-не-не-не-не, спасибо, спасибо, Дарк. Эй, ты что такой быстро, а? Эй-яй-яй-яй. Кидай-дай-дай-дай. Тихо-тихо-тихо. Ох. Я допустил ошибку. А-а! Ребят, я перевернулся. Поехали. Машинка такая, ребят, маленькая. Капец, давай-давай-давай-давай-давай. Поехали-поехали. Так, ребята... Бочком, 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 сюда, сюда, в поворотик. А-а-а, тихо, тихо, забор. Поворотик, а потом конец ротик. Не, нормально, я еще жив. Как ты выжил-то? У меня теперь, смотрите, ребят, просто кабриолет. Если еще, ребят, эту стекляшку отбить, реально просто кабриолет получится. Так, вот сюда. Давай, давай, давай. А! Давай, давай, давай. Прячемся, прячемся, ребят. Давай, давай, давай. Ну, тачка, тачка. Плохая была идея, слушай. Блин. Плохая. Блин, не успел, ребят, я спрятаться, и меня просто сожрали. Вот такая, да, ребят, у нас была прикольная акула, Мегалодон. Кстати, ребята, давненько у нас не было всевозможных пожирателей, прикольных построечек и всевозможных монстров из прошлого, так скажем. Всевозможных пожирателей, мегалодонов, унитазов и какашек. Вот сейчас мы, да, ребят, вспоминаем, старые ролики как-то переснимаем, чтобы новые зрители это увидели, те, которые только-только недавно с Бриквиксом, так скажем, познакомились. Если вы, ребят, хотите больше роликов про Мегалодона, Пожирателя и других, и, ребят, других, да, монстров,
которых у нас уже довольно-таки много появилось за эти все годы. Давайте много-много лайков наберем. И пишите, ребята, в комментариях, кого бы еще хотели увидеть, только уже в обновленной версии. Окей, друзья, сейчас давайте у нас будет еще одна погоня. Только я возьму машинку побыстрее и побольше. О, ребят, смотрите. Вот эта машина будет побыстрее и получше. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Больше, ребята, фатальных ошибок не допущу. Так, ребят, вы это не видели. Фатальных больше ошибок не будет. А вот сейчас будет первая фатальная ошибка. Где ты? А, ты что, уже здесь? Ай-яй-яй-яй, давай. Тихо. Ребята, как так Дарк быстро приехал за мной? А вот, план капкан у меня был. Блин, ребят, машинка хоть и неплохая, но... Но, конечно, такси, если честно, заворачивает. Так, а ну-ка, давай сюда. Опа! Это такси заворачивает? Мы зашли в поворот. Хвостом тебе сейчас побью. Не-не, я уже уехал. Ну такая себе, ребят, конечно, машинка. Да ё-моё, куда я врезался, а? Эй, мегалодон, поймай меня. Сюда. Поймай. Ты свои узкие пулочки залезай. Да-да-да-да-да-да-да. Именно. Так, давайте куда-нибудь... Мы что ли спрячемся? Я даже, ребят, если честно, не знаю. Так, капец, блин. Вот, все отлично. Так, давайте вот сюда. Ой-ой-ой, я понял. Так, пока, Дарк, прощай. Фух, засейвился вроде. Не пизду. Вроде, ребят, засейвился. Давай. Все. Узкие переулочки, да, твои нелюбимые? Ой. Конечно, нелюбимые, как мне понять. Что только что был за арабский дрифт, а? Так, а где? Вот он, Дарк. А ты... Пока. Так, все, проехали. Давайте вот сюда. Вот, блин, ребят, я обожаю лего-погони, обожаю вот эти вот покатушки вот такие вот на машинках от монстров. Особенно, ребят, люблю троллить Дарка. Ну ничего, сейчас мы, ребят, еще с Дарком поменяемся. И Дарк меня еще чувствую сейчас потроллит. Я, ребят, тоже как бы за монстра сегодня поиграю. Тик. Давай. Залазь, блин, уже. Вот, тихо. Сюда давайте, ребят, пролазим. Так, да ё-моё, блин, вообще, ребят, смотрите, тачка. А, Дарк уже здесь. Мне еще, ребят, этого не хватало. Сюда. Ребят, для Брикрикса капец, конечно. Видите, машина наша слишком широкая. Короче, ладно, ребят. Я починился, поехали. Так, давайте вот сюда вот. Еда. Какая еда? Ты про что? Про тебя. Какая еда? Не понимаю, про что ты, Дарк. Я не понимать, про что ты. А ты где? А я езжу. Я потерял тебя. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай. Ты это видел, а? О, спасибо, Дарк. Ребят, видели? Просто идеально, блин. Практически, ребят, идеально. Что? Откуда ты там появился? Я с тобой сядом всего лишь. Откуда, ребят, там Дарк появился? Поезд. О, поезд. Давай. Короче, ладно, ребята. Дарк меня захавал. Поезд, спаси меня, поезд. Ой, ребят, что-то кажется... А, подожди, я еще жив? Я жив! А, нет, уже не жив. Я жив? Нет, ребят, я еще не жив. Нет, ты не жив. Все. Короче, да, ребятки, вот такая прикольная получилась погоня Дарка за мной. И теперь давайте я поиграю за Мегалодона, а Дарк поиграет за машинку. И потом мы, ребят, наконец-то оценим нашу новенькую акулу-пожирателя. Какую, ребят, пожиратель? Уже привычка так говорить. Акулу-самолет новенького монстра Тревора Хендерсона. И посмотрим, на что он способен. Ребят, что с Бобом, а? Смотрите, бедный просто Боб. Ну что, Дарк? Теперь давай я пострадаю, поиграю за Томми Голодона. Хотя, ребят, знаете, это нифига не страдание. Он довольно-таки большой, опасный, быстрый. Единственное, что, да, ребят, он слишком здоровый, а машинка маленькая. А, куда ты уже испарился, в смысле? Ладно, я поехал тебе искать, поехали. Сейчас я буду на тобой издеваться. Ребят, единственный минус, машинка маленькая, быстрая, она довольно-таки легко в переулочках, вот таких вот двориках прячется, да? Мало того, что найти еще нужно, так еще, ребят, и поймать. Так. Не найдешь меня. Эй, ну Дарк, у нас как бы не прятки. У нас так не пряточки. Ай, ну я тебя уже вижу. Не-не-не-не-не-не. Так, хорошо, сейчас. Ты это брось. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Пока. Ну ладно, ребят.
Пока, да? Да, пока. ну что это, а? Что это, ребят, за троллинг какой-то, а? О, в смысле? Но! Блин, как тебе так повезло? Это было очень страшно. Блин, ребят, вы видели, как Дарку повезло-то, а? Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Ребят, короче, нужно Дарка, мне кажется, объезжать как-нибудь. Вот-вот-вот, давай-давай-давай, Мегалодоша. Давай-давай-давай. Все, разгоняемся, ребята. Так, Дарк, ты там не разложись только сам по себе, окей? Не-не-не, не разложись. Я вижу, от тебя детали отлетают. Ребята, Дарка детали сами по себе отлетают. Ням-ням-ням-ням-ням. Блин. Тебе реально сейчас повезло. Не, не мечтай, не мечтай даже. Переулочки слишком узенькие, да? Я слишком здоровый, это просто, видите, ребят, жесть. Мы, ребят, еле-еле на дороге помещаемся. О, что с Мегалодоном? Давай-давай-давай-давай-давай. Разгоняемся, ребята. Это тебе не поможет. Так, а где ты, а? О. Притворюсь клумбой. Ты, кстати, даже можешь подчиниться. Да? К слову, да. Клумбой, да, ты притворишься, ага. Все, отлично, я починил. Сейчас я тебе... Дам клумбы. Давай, 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 давай. Забор. Самый страшный враг в игре это забор. Блин, ребят, реально, понимаете, слишком здоровый. Ударку очень сильно повезло. Еще буквально бы полметра, я бы сожрал бы и все. Прям в самом-самом начале. Так, здорово, давай, 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 Мегалодон. Давай, 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 пролазь, пролазь. Ням-ням-ням. Блин, ребят, я застрял. А, что с Мегалодоном? Ё-моё. Ты куда полетел? Ребята, что с ним такое? Это вот. Еще не авиационная акула, не забывай. Угу. А, я, ребят, слишком широкий для этого города. Вот поэтому акула-самолет, ребята, много будет имбови. И как-то пофиг, когда просто летает и всех убивает. Так, ладненько. Быстрее, ребят, давайте. За нашей машинкой едем. Так. А куда она делась, а? Да ё-моё. Ребята, так. Да ё-моё, подождите-ка. Вот-вот-вот, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Быстрее, 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 быстрее. Еще, ребят, видите, этот плавник, блин, постоянно мешает. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А где ты, а? Стоп. Ребята, где? Зелёный цвет в каком-то веке идет тебе на плюс. В смысле? Ты в лесу? А, вон он ты. Я тебя, блин, даже не увидел. А, ребят, блин, реально прям троллит, видите? Реально прям страдаю. Давай уже, акулка, давай, 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 давай. Я в тебя, блин, верю. Ну это капец, ребята, это совсем не для города. Это понятное дело. Вообще, как бы акулы в воде водятся. У нас какая-то странная, если честно, акула, которая каким-то образом по суше у нас передвигается. Ну, ребят, есть акула-самолет, это акула-вездеход. Получается, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, в смысле? Как же я четко затормозил. Как тебе так повезло, а? А, давай, давай, акула. Я затормозил просто, понимаешь, вовремя. Давай, 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 за этим нарушителем быстрее. Ребят, не получается, не получается. Видите, я застрею везде просто, где только можно. Еще и плавник, ребят. Плавник с нами сыграл плохую шутку. Я это рассчитал. О, ребят, сейчас сожрем этого Дарка на его зеленой машине. Удачи, удачи. Сейчас, подожди, Дарк. И на нашей улице перевернется машина с деньгами. Инкассаторская машина. Так, 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 так. Где ты, где ты, где ты, где ты? А где ты? А куда ты уже, блин, делся? У меня план капкан. Так, ребят, где Дарк? Где же Дарк? За тобой так весело наблюдать. В смысле весело наблюдать? Так, ребят, где же Дарк? Где же, где же, где же? О, здорово! О, другое, друзья, дело. Так, подожди, подожди, подожди. Наконец-то сейчас мы его, ребят, поймаем. Так, 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 ням-ням-ням-ням-ням. Давай, 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 давай. Ням! Есть! Разорвали все-таки. Доигрался, друзья, Дарк. Да. Короче, да, ребят, такая мега-мощная акула-мегалодон. Акула-пожиратель. Акула-вездеход. Получается, ребята, есть авиационная акула, да, а это у нас сухопутная акула. Интересно, когда же, ребята, будет обычная нормальная акула? Окей, дорогие друзья, вот такая, да, прикольная акула-пожиратель, мегалодон. И давайте мы теперь посмотрим, что же такое акула-самолет. Ё-моё, смотрите, ребята! С этой, ребята, акулы уже лучше не шутить. Как мне, город уничтожать сразу или подождать? Может, давай немножечко сначала проеду, потом ты попытаешься именно убить меня, а потом ну, только Славик, город ты разрушишь? Ты же знаешь выражение «перед смертью не одышишься». Ну ладно, дай хотя бы поездить, а? Дай хотя бы подрифтить. Сейчас у тебя будет хардкорная поездка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, уже опасненько. Смотри!
Дарк, ты в меня уже практически попал, ты понимаешь? Ха-ха-ха. Небоскребы, ребят, смотрите. Небоскребы падают уже, ё-моё. Тихо-тихо. Сюда давайте, направо. Вот. Так, ты где там тебя вижу просто? А я тут езжу. А я тебе не скажу, где именно. Славик, Славик, Славик. Не-н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 е. Тихо-тихо. А-а-а, опасно, опасно. Я жив. А! Что? Ненадолго, ненадолго. Я еще жив. Пролетаю. А-а-а. Попал. Я еще, ребят, жив. Отъездил свой. Какой бежим, 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 бежим. Куда ты бежишь? В гараж, ребят, бежим. В гараж бежим. А-а-а, лагает, ребята, опасно. Офигеть. Вот это, конечно, акула, так акула. От города уже ничего не осталось, кстати. Капец, ребят, видите, город реально был разрушен. Вот смотрите, кстати, ребят, у меня 100% хп, а я уже практически до гаража добежал. Ладно, бери еще одну машину, мне не жалко. Будет мишень живая, не только же под вам стрелять. Ай-яй-яй-яй, тихо. Так, давайте, ребят, перекрасим. Все, ребят, перекрасили, поехали. Все, тихо-тихо-тихо. О, вижу-вижу, мишень-мишень-мишень. Вау, тихо-тихо. Дарк, ты знаешь что? Ты давай лучше лети в город, а? Ты что издалека стреляешь? Давай, лети в город. Хочешь, чтобы полетел, ну хорошо. Или ко мне лети, или в город, куда-нибудь. Ё-моё! Давай тебе. Какая она, ребята, быстрая, вы это видели? Офигеть. Ай-яй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пролетаем, пролетаем. Аккуратненько. Вот, давайте, ребят, вот сюда вот. Тихо-тихо-тихо. Все. Заходим, ребят, в поворотик. Проезжаем. Отлично, отлично. Давайте сюда. Тихо-тихо-тихо. Нормально. Так, ребят, справился с управлением. Все, фух-фух-фух. Ребят, что-то не вылетел из-за лагов, понимаете, с дороги. Опасно очень было. Тебя прям лагает? Да, у меня подлагивает. Пролагивает, знаешь, вроде то 60, то 80 FPS, то 40, то 20. Так, сюда давайте. Бывает, бывает. Так я тебя не вижу, кстати. Серьезно? Прям перед тобой? А, видишь, видишь, видишь. Нет. Тихо, 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 тихо. Так, сюда давайте. Сюдашеньки. Вот. А-а-а, да как ты так, блин, стреляешь, снайпер, блин, хренов. А-а-а, бежим. Ребята. Так, финальный раз. Перекрашиваем машинку. Давайте, ребят, красненькую возьмем. Ну уж точно финальный раз, потому что города уже нету. Все, ребятки, быстренько сваливаем. Вроде бы ребята оторвались от акулы, она меня даже не видит, скорее всего. Или видит. Что ты там сказал? Не видит акула. О! Нормально, все, ребят, хорошо. Смотри, как акула низко летает. Где ты? Вижу тебя, блин! Ай-яй-яй, поехали, поехали. А я тебя нет. Ты такая блоха, знаешь. Я за городом. За городом? Я за городом, да, я уехал уже давно. Ты куда? Ну я сейчас, кстати, ребята, еду в город. Хотя, по-моему... Ребята, это не нужно делать. Инстинкт самосохранения, ребят, похоже, отсутствует. А у тебя есть принц? У нашего Боба. Так, сюда, 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 сюда. А, нифига себе, ребят, повезло. Вы это видели? Нифига себе. Очень-очень, ребята, повезло. Так, сюда давайте. Аккуратно, 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 аккуратно. Никуда так не денешься. Выживаем. Я снова жив. Я жив. Да хватит выживать уже. Умри. Все. Делов-то. Блин, ребят, да, к сожалению, меня убила акула-самолет. Капец, конечно, она, ребят, гигантская, опасная. Вы только, ребята, посмотрите, что она сделала с Лего Сити. Буквально за несколько минут. Хорошо, друзья, давайте мы теперь, сейчас, конечно же, повыживаем против этой акулы. Только теперь на другой машине. И снова с полностью отремонтированным, починенным городом. Так, ребята, полицейский Лего Сити заехал в город. Врубил мигалочки. Едет на вызов. Па-пара-па-пам, па-пара-па-пам. Что это такое? Оу, ребята, офигеть. А, тихо. Дарк, ты меня моментально, понимаешь, подбил. Бежим. Сейчас я труп небоскреб завалю. Не-не-не-не, убегаем. Бежим, ребятки. Так, все, я взял еще одну машину. Поехали отсюда быстрее. Вы это, ребят, видели? Ё-моё, что происходит? Офигеть. Нормально, 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 я еще жив. Конец света? Угу. Да, ребят, видимо, апокалипсис наступил. Огромный монстр Тревора Хендерсона прилетел. Так, тихо-тихо, пролетаем, ребят. Фух, пролетел. Машина подпрыгивает. Вроде пока что, ребят, еще держусь на дороге, держусь. Все отлично. Так, сюда вот давайте. Сюда.
Все красиво, ребята, входим в поворотик. Дарк, тебя видишь вообще, а? Нет. Да ладно, ты меня не видишь? Не, не вижу, не вижу. Ага, ребята, стреляет в твое направление, я понял, как он меня не видит. Удобно. Так, все, пролетаем, пролетаем. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, спокойно пролет. Как же ты удобно поехал. Капец. Боб еще жив? Ребята, а что такое Боб сегодня живучий, а? Дарк, ты понимаешь, я еще жив. Еще ты, кстати, меня убил прямо возле гаража. Спасибо тебе за это. Так, прыгаем, ребят. Так, ребят, я взял другую машину, поехали. Ё-моё, что здесь происходит? Смотрите, все горит. А меня, кстати, по-моему, ребят, акула даже не видит. А, нет, увидела уже, увидела, 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 давай. Ай, да опять ты по мне попал, как так быстро? Ну все, ребят, на этом все, меня завалили. Офигеть, как же ты низко летишь, Дарк. Ребят, смотрите, как акула самолет довольно-таки реально низко летит. Офигеть. Очень, конечно же, да, ребят, жесткая акула. Смотрите, что она делает с Лего Сити. Разрушает его. Короче, да, друзья, вот такая прикольная акула самолет. Но на этом наши выживания не заканчиваются. Сейчас, ребята, будет небольшая пасхалочка для следующего ролика. Но он, ребята, выйдет, как только на этой серии наберется 5000 лайков. Короче, ребят, погнали к этой пасхалочке. Ну и, ребята, небольшая пасхалочка для следующего ролика про акулу-самолет. Да, акула-самолет против небоскреба. Все-таки это, ребят, самолет, соответственно, что? Самолеты против небоскребов. Вы помните, ребят, была такая рубрика на канале. Да, в принципе, и есть. Буквально вот, ребята, пару месяцев назад была последняя серия. Вот, ребятки, акула, самолет против небоскреба, авиакатастрофы. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Я, ребят, побежал. У меня есть совсем буквально небольшая фора. Быстрее, друзья, бежим. 5, 4, 3, 2, 1. Ох-хо-хо-хо-хо. Жесть. Был небоскреб, и нет небоскреба. Ну, ребят, конечно, не знаю, что из этого получится. Но опять же, мы это проверим уже в новой рубрике. Врезаться попробуешь? Да. А, ребят, Дарк уже попробует врезаться в другой серии, в новой. Так что, чтобы, ребят, не пропустить, прямо сейчас же подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Ну и как только, ребят, доберется до этой серии 5000 лайков, то новая серия обязательно, ребята, выйдет. С вами, да, друзья, как всегда, были я, Слайкмаст и Дарк. И, ребятки, новенькая акула-самолет, Aircraft Shark, монстр-титан Тревора Хендерсона. Все, ребята, на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Кстати, смотрите, ребят, реально выглядит прямо как на фотке, да? На, ребят, арте, рисунке Тревора Хендерсона. Всем, друзья, пока-пока-пока. Пока-пока, народ.